«Лучшее в стране» на телерадиоканале «Страна-ФМ». Дамы и господа, большой привет. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал «Страна-ФМ». Меня зовут Роман Шахов. И если бы мы вот пригласили в этом часе представителей Книги рекордов России, я думаю, что эти люди зафиксировали бы абсолютный рекорд по скорости подготовки вот такого количества аппаратуры к нашему эфиру. Ну, это что-то феноменальное. Причем я за этим всем наблюдал и понимаю, что ребята делают это очень часто и уже все отлажено. Итак, встречайте. Кирилл Фурманчук и Николай Сарабьянов, а вместе Тайгер Кейв в гостях у телерадиоканала «Страна-ФМ». Здравствуйте, ребят. Здравствуйте. Добрый день. Слушайте, ну как много времени потребовалось, чтобы такое количество аппаратуры так быстро, так четко подключать? Кто... Маленький нюанс. Ну-ка. У нас обычно два помощника. Так. А сегодня они кто-то в Ницце, а кто-то в Финляндии отдыхают с семьями или по работе. Пришлось нам сегодня... Мы в первый раз сделали это вдвоем. Не, на самом деле мы это часто делаем на репетициях, поэтому мы немного тренированные, но среднестатистическое время 30 минут, да? Сегодня мы, по-моему, рекорд у нас был. Быстрее. Ну, я вас поздравляю, слушайте. Помощники, можно задуматься. У нас есть свидетели. О необходимости помощников. Рекорд Гиннесса поставлен. Да, мы вдвоем, а у нас выходит 17 каналов звукозаписи. Как вообще началась вот эта вот история? Вы же делаете какие-то феноменальные вещи. Вдвоем вы заменяете, ну, наверное, среднего размера оркестр. Как это? Мы не заменяем, мы, как Николай любит говорить, он увольняем. Увольняете, так. Ну, мы на самом деле все началось с того, что захотелось как-то поменьше людей на сцене, чтобы было и использовать какие-то. Чтобы побольше касса. Чтобы контролировать все самому, знаете, вот. От того, что звучит, до того, что не надо слушать нытье бас-гитариста, которому хочется... Сегодня вид из окна у него не тот, завтра у него вино прокисло там в райдере. Ну, они так такие, далее. Да, бас-гитаристы, да. Вот, поэтому решили сократить состав. Да, на самом деле это как происходит? Луп-станция, что это такое? Это записывается какой-то отрывок в течение какого-то промежутка времени, музыкальный. И назначается определенный канал. То есть записали бочечку, бум-бум-бум, и она по кругу крутится, например. Записали еще какой-то отрывок, записали бас пониженный. У нас еще клавиши обычные, сегодня мы не успели их провести, наверное, поэтому мы быстрее собрались. Ну, в общем, и все вместе, это включается, выключается, получается какое-то количество, вот 17 инструментов. А вот что получается, давайте прямо сейчас и посмотрим, послушаем, друзья. Давайте. Тайгер Кейв в гостях у страны FM. Смотрим, слушаем. Scenes into a deep ocean while we dream the bells been covered.
by the sand. Pull it out to come from recollection. Ride it easy till the end. Throw your scenes into a deep ocean. While we dream, the bow's been covered by the sand. Pull it out to come from recollection. Ride it easy till the end. So scenes into a deep ocean. While we dream, the bow's been covered by the sand. Здесь обычно все хлопают. Falling out to come from recollection. Super. Ride it easy till the end. Throw your scenes into a deep ocean. While we dream, the bow's been covered by the sand. Pull it out to come from recollection. Ride it easy till the end. Seems like everyone pretends to be someone, someone else. Seems like everyone pretends to be someone, someone else. So your scenes into a deep ocean. While we dream, the bells been covered by the sand. Pull it out to go from recollection. Ride it easy to the end. Ride it easy to the end. Ride it easy to the end. Браво! Действительно, друзья, вдвоем звучат как целый оркестр. Романтический рок-н-ролл с элементами электроники. Ребят, да, спасибо. Так, роскошно. Скажите, пожалуйста, у вас авторский материал, да? Точно. Так, кто сочиняет, кто... Вот у нас, видите, мы всех уволили, вот нам вдвоем хорошо все получается. Ну, как? Кто-то пишет музыку, кто-то стихи, чьи тексты? По-разному бывает, что Кирилл приносит готовую, например, композицию, но мы ее делаем вместе по форме. Есть песни, которые мои, и мы там добавляется куплет от Кирилла, например, или в его там какие-то наметки я вставляю припев и так далее. Все вот такими пазлами собирается, и получается вот такая смесь. Значит, команде 6 лет, все правильно? Ну, совсем, ну почти. Ну, в общем, да, изначально можно считать так, но вот в таком концепте мы существуем с 2016-го, то есть 3 года. Так, а что до этого было? До этого было... До этого я пробовал в разных жанрах все. Бальные танцы. Подожди, у тебя есть опыт жизни и работы в США, правильно? Есть такое дело, да. Там что-то пробовал. Ну, там, собственно говоря, и пришло... Во-первых, меня просто часто спрашивают, почему по-английски, потому что изначально это было там, и изначально песни как бы писались на том языке, потому что для той публики они должны были быть исполнены. Но здесь, в общем, тоже не сильно у нас поменялось, потому что у нас грандиозные планы, мы хотим поехать и в Европу, и в итоге и в Америку. В Японию? Обязательно. Вот. Да, и у нас есть такая история, которая называется Million Handshakes, миллион рукопожатий. Так, давай расскажем про это. Это наша такая вот, как бы, идея, задумка-миссия. Мы хотим проехать по Европе от Берлина до Лиссабона и после поехать в Америку тоже с такой же историей под слоганом «Музыка против вражды, ненависти, злобы и насилия». Николай, что ты хочешь нам рассказать? Да, и мы недавно играли на разогреве у группы Muse в Москве и попробовали первый раз там провести эту акцию. И там было 50 тысяч человек, и они потрясающе отреагировали. То есть мы попросили их поднять руки и вместе с нами и пожать друг другу руки. То есть они все подняли, это почти 30 тысяч человек подняли руки. Я не видел, что там на трибунах было. Вот, и они вот так взялись за руки друг другу, вот так вот их пожимали. Да, это было очень, очень сильно. И в этот момент стало понятно, как это должно будет выглядеть в нашем туре. Смотрите, вот. До этого вам когда-нибудь приходилось играть перед таким количеством людей? Нет, наверное, перед таким нет. Перед таким нет. Нет, не приходилось. Играли, было 10, да?
10, 7, 3, 2, 1 и на убывание. А вот такого еще пока не было. Но теперь мы хотим... Только вот так. Такого. Значит, вопрос от тех музыкантов, которые тоже увлеченно сочиняют свою музыку, свои тексты, играют. Как оказаться на разогреве у коллектива уровня Мьюз? Да, что, это сейчас самый популярный вопрос. Ну, конечно, но что вы сделали? В соцсетях. Да черт его знает, на самом деле надо очень долго работать. Свой путь всем расскажите, да, отсылать свою музыку, играть как можно больше везде, в том числе, мы же играли не только, вот сразу взяли и у Мьюз, надо играть у западных музыкантов, у меня был свой опыт, и у Коли еще был до этого тоже свой, потом мы совместно играли у Эроса Рамазотти, мы играли на Парк Лаве, там вообще было два коллектива российских, это такой был фестиваль, там играли Гориллаз, и Дэвид Гетта, и Massive Attack, и Трики, в общем, очень много-много Калео, иностранных коллективов, и вот таким образом иностранный менеджмент, ему надо что-то показать, что вы сделали, вот что они себе могут, как они это могут оценить, ну, да, вы играли. Они хотят посмотреть, как это смотрится, иначе, ну, как они могут поставить непонятно кого на разогрев. Между прочим, сам Мэттью Беллами отобрал нас. Так что вы с ним говорили про Рахманинова? Как-то не успели. Нет, он сел в свой Мерседес и умчался просто так сразу. Вдаль. Весь потный со сцены сошел, вытерся полотенцем, так сел в Мерседес. Ну, понятно. Фанатов поздравляем. 25 лет, получается, да, команде? По-моему, больше, но это, по-моему, с выхода альбома, что-то такое, да. Но, тем не менее, вы молодцы. И сейчас у нас, друзья, следующий трек. Что это будет? Какой будет трек? Давайте. Закажи. Давай мы сыграем Promises. Вот. Давай. Эта песня просто у нас выходит синглом 26 июля на всех площадках. То есть это вообще премьера сейчас получается? В лайв-эфире, да, еще? Так и есть. То есть мы играли ее на концертах, играем, конечно же, но вот в эфире будет премьера. Пожалуйста. На эту песню больше всего реагировали после вот концерта Мьюз. Народ писал прямо, где эта песня? Почему вы где ее взять? Клип на нее будет? Как вообще? Обязательно, конечно. Пока лайв выложен. Empty Promises, лайв можно посмотреть. С того как раз концерта, да. Ну, а песня такой... выйдет 26 июля, да? Точно. А еще сразу расскажем. Расскажем. А сначала это мы потом споем, расскажем. А потом все расскажем, ребят. Премьера в эфире «Страны FM». Yeah.
я. Браво, дорогие друзья. Ребят, ну, роскошно. Сейчас маленькая пауза, после которой мы продолжим общаться. Лучшие в стране. На телерадиоканале «Страна FM». Дамы и господа, у нас Кирилл и Николай из команды «Тайгер Кейв» в гостях на телерадиоканале «Страна FM». И мы не только показываем здесь, благодаря ребятам, прекрасную музыку, но и рассказываем, когда эта музыка и где будет звучать в ближайшие недели. Значит так, дорогие друзья, всем привет еще раз, кто к нам только что присоединился. Напоминаем, что 1 августа, совсем скоро, в клубе «16 тонн» в Москве пройдет наш концерт. Так что берите ноги в руки, и мы вас там ждем с нетерпением. Да, в день концерта билеты будут чуть дороже. Начало в 20.00, давайте скажем. Точно. Да. Вот. А что будет? Новое, лучшее? Может быть, вам в соцсетях пишут, и вы программу благодаря этому составляете? Как у вас устроено? У нас будет все. Мы будем играть вообще все наши песни, мне кажется, да? Да. Мы группа молодая, у нас пока не 89 миллиардов песен. Мы пока сыграем всего лишь 23 миллиарда своих песен. Да, мы, кстати, вы, может быть, не знаете, а мы проводили в честь наших миллион рукопожатий музыкальный марафон вместе с одной популярной очень соцсетью. И мы играли без перерыва 12 часов. Так что мы можем развлечь публику. Как это возможно? 12 часов. А можно посмотреть, это в интернете есть вполне себе. Ну, просто по ощущениям. Через 6 часов мы устали, через 11 часов мы хотели играть еще. Вот открылось было. Второе дыхание. Да. 32. Третий глаз, он как раз... Да, так. Вот уже на автомате уже как-то так все пошло прям вот. Все слилось в едином каком-то таком порыве, и это было очень круто. Ну, это за это вам большой респект. Я думаю, что никто еще пока такого не делал, и если кто-то попытается, скорее всего, вы сделаете новый рекорд, который будет еще более впечатляющим. Но я вам желаю... Мне нравится этот настрой. Спасибо. Это супер. Так, сейчас у нас следующий музыкальный номер. Новая гитара, да, Николая. Новая песня. Да, знакомьтесь. Что это Fender будет сейчас? Stratocaster. Power of Divine называется песня. Это вот сингл, который у нас вышел буквально недавно. Так что мы его вам презентуем. Поехали. Shadows and you are ahead of me. I
Waking and magic shaking, the spell is breaking. Let's start over making. I can see what stands behind it and what you feel. Let me stay and I will take your breath away. Let me stay and I will take your breath away. Браво! Тайгер Кейв в гостях у страны FM. Друзья, слушаю и понимаю, что однажды какая-нибудь молодая перспективная группа будет и у них на разогреве играть. Ребят, классно. Дай бог. Значит, есть у меня вот такая цитата, которая принадлежит Кириллу. Вообще не уверен, что это музыка для России. Не потому, что она на английском языке, а потому, что трудно сказать. Вот тут как бы что дальше. Это было до концерта Мьюз. Я считаю, что ты не прав. Я уже сам считаю, что я не прав. Сотрите это из всех сетей. Интернет все помнит, ребята. Так, это, рассказывай. Помните, был такой фильм Захарова? Кирилл знаменит тем, что он знает
Все фильмы. Он может процитировать любой момент любого фильма мира. Просто. Да, конечно, а вот помнишь, тогда-то вот в том-то фильме вот он зашел в эту комнату, и он был в такой-то рубашечке. А сейчас? Ну, в общем, тот сам Мюнхгаузен, он же говорил про Шекспира, помните? Но это он сказал сгоряча, не подумав. Вот это я про себя могу сказать, это я сказал сгоряча, не подумав. А теперь, выступив на большой спортивной арене Лужников, я понимаю, что почему бы и не для России. По-моему, вполне себе для России. Шикарно вообще. Все пойдет прекрасно, мне кажется. Смотрите, вам, я так понимаю, вам все-таки хотелось бы выйти не только на какой-то большой уровень в нашей стране. Мы выйдем, не то, что хотелось, мы уже вот. Одной ногой, можно сказать. Да, и на мировой уровень музыкальный тоже. Что для этого делается сейчас и для страны, и для мирового господства? А мы, в принципе, не разделяем. У нас поэтому, собственно говоря, английский язык. Мы делаем синглы, выходим, у нас будет тур, на котором, собственно говоря, мы будем ознакомливать. Расскажи, пожалуйста, тур, что там, где, когда, чего? Он должен был быть начаться 8 августа, чуть-чуть мы сдвигаемся, не все успели, вот Коля не все собрал... Тур по России. Батончики. Нет, это тур будет по Европе. Uh-huh. Начнем мы с Берлина и, надеюсь, доедем до Лиссабона. Там будет порядка 19 городов, вот где мы в каждом городе мы хотим провести вот эту акцию нашу «Миллион рукопожатий». И будем снимать про это такое типа реалити-шоу. Где это можно посмотреть? Это все будет в интернете. Мы скоро... все объявим, Тайгер все Киев, Инстаграм Тайгер, _Киев. За всем можно следить, все подробно расскажем и покажем. Да, друзья, кстати, пусть подписываются, дорогие зрители, на наш канал. Куда? В Инстаграме, значит, Тайгер, Tiger, _Cave. Молодец. Подписывайтесь, ставьте лайки, и если в ближайшие месяцы не собираетесь в Берлин, помните, что 1 августа ребята выступают в 16 тоннах, начало концерта в 8 вечера. Сейчас у нас очередная песня и новая очередная гитара. Я вот думаю, сыграть ли вот на этой гитаре рок-композицию или сыграть... Все ли гитары, Николай, мы сегодня видим? Нет, все. Остальные 11 дома. Давай... Латиноамериканскую Мы вот латиноамериканскую танцевальную композицию сыграем. У нас тоже был сингл. У нас есть альбом, который называется «Place in the Sun». А еще у нас куча синглов. Ну, не куча, а вот пока что это 4-й будет наш сингл. Вот у нас был FTO, что расшифровывается как «Free Trial Offer» — «Бесплатное предложение». Хорошо, смотрим, слушаем, друзья. Немного Кубы. Поехали. Амигос, прибавьте... Громкость страны FM. Сейчас будет жарко в этой прохладной Москве. Try, come on. I'm sitting on the floor with my back against the wall. The lights are off. My phone keeps ringing all the time. Got off the train, was just a kid. My hair is gray now. I don't remember the last 6 years. She says it was nice. I've been staring at my feet, one shoe is missing. Been trying to figure out my life, how do I fix it? Have you ever tried it before?
Have you ever knocked on the door? Have you ever crossed the line? I'm sure you wanna try. Have you ever tried it before? Have you ever knocked on the door? Have you ever crossed the line? I'm sure you wanna try. I was rejected by my friends 1,000 times, I had them fooled. My fox would not return my calls, 100 times I stole from them. There was a time when I was clean, just a decent human being. Got distracted for a while. Look at me, my hair is green now. And I've been staring at my feet. One shoe is missing. I'm trying to figure out my life. How do I fix it? Have you ever tried it before? Have you ever knocked on the door? Have you ever crossed the line? I sure wanna try. Have you ever tried it before? Have you ever knocked on the door? Have you ever crossed the line? I sure wanna try. Come on. Have you ever tried it before? Have you ever knocked on the door? Have you ever crossed the line? I sure you wanna try. Have you ever tried it before? Have you ever knocked on the door? Have you ever crossed the line? I sure you wanna try. Have you ever tried it before? Have you ever knocked on the door? Have you ever crossed the line? I sure you wanna try. 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 Ай, молодца! Браво! Друзья, 1 августа они пошалят в 16 тоннах, но потом в коллективе случится зарубежный тур. Все подробности в интернете. Значит, у меня вопрос по поводу музыки для кино. Сейчас что-то пишете, предлагают вам написать. Как вот с этим Ой, вопросом? Очень хотим. Так. У нас даже есть уже опыт работы в кино. В сериале, да? Там. Да, в сериале. Ну, обычно... Они слушают нашу музыку и просят, а вот можно вот эту песню взять? Всех кинопродюсеров приглашаем мы первого в 16 тонн. Приходите и наслаждайтесь прекрасной музыкой. Ребят, спасибо вам за то, что вы делаете. Это прекрасно. Спасибо за фирменные кеды. Можно ли где-то такие кеды найти? Кеды вообще. Это для нас специально сделала компания Endeavor. Это же не реклама, это просто мы говорим. Ну конечно, Костя, привет. Вот. Спасибо тебе еще раз. Вот сделали нам к Мьюзу, а теперь мы их не снимаем. Очень... Нам нравится. Да, супер. Нам нравится ваша музыка, мы ждем клипы. Приглашайте всех на концерты. Ну и чтобы все получилось с вашей акцией, миллион рукопожатий. Спасибо дело большое. Очень нужное. Спасибо дамы и господа, Тайгер Кейв в гостях у страны FM. Всего самого доброго. До новых встреч. Пока. Лучшие в стране. На телерадиоканале Страна FM.